Здравствуйте, дорогие друзья! Сделаем танк оригами, вот такую модельку. Достаточно интересная, делается легко. Итак, приступим. Берем обычный лист бумаги, складываем пополам в длину. Складываем еще. Переворачиваем на другую сторону. И еще делаем один залом. Теперь разворачиваем таким образом и заворачиваем два уголка. Загибаем к центру еще края. Теперь отгибаем немножко меньше. И с другой стороны делаем то же самое. Загибаем в центр. Отгибаем обратно чуть-чуть. Переворачиваем на другую сторону и складываем. Сложить нужно таким образом. У нас получилось вот эта часть не доходила до края вот таким образом. Теперь загибаем краешки бумаги вот таким образом. И с другой стороны то же самое. Немного выдвигаем будущую башню танка. И теперь расправляем гусеницы танка. Отгибаем край бумаги и выталкиваем пальцами наружу, и формируются наши гусеницы.
И с другой стороны точно так же выпускаем, расправляем гусеницы танка. Танку гусеницы я расправил. Теперь можно сделать дуло. Для этого берем еще кусочек бумаги и сворачиваем трубочку немного по диагонали. И закручиваем дуло танка. В данном месте нужно капельку клея капнуть. Формируем длину дула, немножко вперед подровняем, а по длине визуально достаем немножко повыше башню танка. Сделаем небольшой тюнинг танку, здесь отогнем уголки, здесь. Можно еще вот эти уголочки немножко поднять, добавится объема танку. Вставляем дуло. Также можно танку нарисовать гусеницы, шестеренки, колеса. Наша моделька танка готова. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. До скорой встречи. С вами был Жигулев Алексей. Пока.